Добрый день, дорогие друзья! Партнер нашего сегодняшнего видео Андрей Корнев. Человек занимается распаковками различных товаров из Китая. Также делает обзоры на смартфоны, планшеты и другие всевозможные гаджеты. Ну и дает объективное мнение обо всей тестируемой электронике. Также вы можете задавать ему личные вопросы по всем товарам из Китая, где он даст вам субъективное мнение, исходя из ваших финансовых возможностей. Также вы можете писать ему в личку ВКонтакте. Ссылка описания будет ниже. Ребят, всем привет! На дворе 10 января. Подошли к концу наши зимние новогодние каникулы. Завтра всем на работу. Ну и никак не обойтись уже без автомобиля. Ну вот я подошел к своей машине, вот так вот она выглядит. Ну, практически тупо без признака жизни. Но машина мне нужна сегодня, и я вам покажу, как завести автомобиль в любой мороз. Поэтому не переключайтесь, смотрите дальше. Ну, как бы сначала давайте обметем машину. То есть скинем с нее весь этот снег, который на нее налетел. Довольно-таки много. Я на машине ездил 5 дней назад. Поэтому у нас как бы в Красноярске все эти дни стояли морозы. Ну, сейчас на улице где-то минус 23, там 25. Ночью доходило до 30-ника. Я машину не заводил, она не стояла ни на прогреве, нигде. Поэтому как бы... Вы сами видите, на что она похожа. Ну, мы сейчас ее потихонечку обметем. Хотя бы немножко. Пускай так будет. Ребят, ну, многие автолюбители делают такую ошибку изначально, да, когда садятся в холодный автомобиль, вставляют ключ в зажигание и начинают, по-русски говорят, дрочить машину. То есть, эти ву-ву-ву-ву, блядь. Это, считайте, замерзшее масло. На свечах все равно, как бы не было, появляется какой-то конденсат. Поэтому искра то бывает, то не бывает. Оборотов не хватает для того, чтобы генератор выдал положенное напряжение, чтобы была стабильная искра. Поэтому я свою машину как бы дрочить не собираюсь, а буду поступать следующим образом. Я сейчас открою капот и для начала выверну свечи. Ребята, вот мы выкрутили свечи. Ну, как бы о состоянии свечей поговорим чуть попозже. Сейчас у нас двигатель без свечей. То есть на нем нет компрессии. Сейчас мы уже можем просто, ну, генератором, стартером, да, прокрутить наш двигатель, то есть разболтать маленько наше замерзшее масло. Аккумулятору намного, ну, будет легче это сделать, потому что, говорю, нету компрессии, и двигатель просто крутится. Я накрою сейчас вот, ну, полотенчиком, чтобы не летело сюда влага излишняя. Вот, ребята, видите, не напрягаясь, маслает, маленько раскручивает масло. Ну и, в принципе, достаточно. Сейчас мы наши свечи приведем, ну, как бы, не то что в порядок, а маленько их прокалим. Для чего это делается? Мы этим самым убираем излишнюю влагу, которая находится в них, ну, то есть конденсат. Ну, с прокалимом. Для этого я буду использовать газовую горелку, которая у меня постоянно лежит в машине. Ну вот, ребята, тупо газовой горелкой мы обжигаем наши свечи. То есть, во-первых, мы удаляем весь конденсат, который есть в свечах. Какой-то там может быть излишний нагар. Ну и, соответственно, теплые свечи намного лучше воспроизводят искру.
Ну вот, ребята, еще по состоянию свечи, вот вы обратили внимание, вот такие юбки нагара, да, имеются на свечах. По-хорошему эти свечи уже надо менять, но я на них отъездил уже порядка 15 тысяч километров, поэтому, но они еще работают, как бы проблем нет, то есть не троит ни двигатель, машина заводится, но я поэтому их пока не меняю, но вообще, как бы их уже положено менять. Ну все, будем заворачивать наши свечи на место и заводить автомобиль. Ну вот все, мы установили свечи на место, подсвечники. Ну и пойдемте пробовать заводить нашу машину. Ну вот, ребята, что и требовалось доказать, поэтому делайте все свои дела, как бы сказать, ну, степенно, то есть размеренно, то есть в своей последовательности, и ваш автомобиль будет заводиться в любые морозы и прослужит вам очень долгие годы. Поэтому всем пока на сегодня, смотрите меня на моем канале, увидимся, до новых встреч!